Проблема трудоустройства инвалидов – одна из самых значимых в социальной сфере. В этом направлении в Центре занятости населения города Чебоксары осуществляется комплекс мер по повышению уровня занятости инвалидов и повышению доступности их профессионального образования. Центр ведет регулярный мониторинг сведений об инвалидах трудоспособного возраста. По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике, по состоянию на 1 сентября 2019 года в городе Чебоксары проживает около 8 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из них осуществляет трудовую деятельность 2069 инвалидов. Во исполнение майских указов президента России в республике осуществляются различные меры. Работа по трудоустройству инвалидов начинается с момента получения ими инвалидности. Начиная с 2016 года на базе центра занятости реализуются меры профессиональной и социальной реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации, которые поступают к нам в электронном виде. Об услугах службы занятости было проинформировано 7696 инвалидов трудоспособного возраста. Для оказания содействия в трудоустройстве лицам, имеющим ограничения по здоровью, используется специальный банк вакансий. Он находится в свободном доступе на сайте Минтруда Чувашии и сайтах центров населения. На сегодня в нем содержатся сведения о наличии более 300 свободных рабочих мест для инвалидов. За истекший период 2019 года в центр занятости обратились за содействием занятости 445 инвалидов. Из них 274 трудоустроились на предприятия города Чебоксары. На сегодняшний день состоит 173 безработный гражданин, имеющий ограничения по состоянию здоровья. Банк вакансий для граждан с ограничениями по здоровью формируется на основе полученных от работодателя сведений о потребности в работниках. Данные по вакансиям постоянно обновляются. Таким образом, в распоряжении инспекторов Центра занятости населения всегда актуальные цифры. На сегодняшний день в банке вакансий для трудоустройства инвалидов имеется 618 рабочих мест. Из них 482 свободных рабочих места в счет установленной квоты. Постановлением Кабинета министров Чувашской Республики 145 организациях города Чебоксары определено создание 166 специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Контактный центр «Комфортов» сотрудничает 3 года с Центром занятости населения города Чебоксары в рамках программы оплачиваемых общественных работ, а также трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. Из Центра занятости населения к нам приходят квалифицированные специалисты, многие из которых остаются у нас после завершения общественных работ на постоянной основе. Анастасия Замуткина устроилась на работу на квотируемое рабочее место по направлению от Центра занятости населения города Чебоксары. Она имеет 3-ю группу инвалидности. В центр обратилась в апреле 2019 года. В июле этого же года стала сотрудником АО «Комфортел», оператором колл-центра. Ранее Анастасия уже работала на такой должности. Я быстро нашла, получается, работу. В апреле месяце я сюда встала на учет. И уже в июле нашла работу очень быстро. Сама работа мне очень нравится, потому что это первый опыт работы. Мне очень помог в этом. Я также нашла работу в контактном центре. Кроме того, предприятиям, в которых 50% численности работников составляют инвалиды, за счет средств республиканского бюджета предоставляется финансовая поддержка, направленная на сохранение рабочих мест для инвалидов. В 2019 году оказана помощь 4 организациям в размере более 1 миллиона рублей на сохранение не менее 83 рабочих мест для инвалидов. Анна Гаврилова, Евгений Дмитриев. Жизнь столицы.